А еще, знаете, к нам прилетают в нашу тундру розовые чайки. Маленький чайчонок хочет взлететь, но крылья еще не выросли. Когда они вырастут, ты улетишь далеко, далеко. Приезжайте к нам в Нижнеколымский район, в Алёвринскую и Халарчинскую тундру, и вы увидите, как взлетает розовая чайка. А скажите, Прасковья, а родители у вас кто такие, откуда они пришли в тундру Халарчинскую, Алёвринскую? Моя мама Третьякова Вера Дмитриевна. Я, к сожалению, очень рано потеряла родителей. Она потомственная чукча. Говорила на чукотском, юкагирском языке, потому что первый муж у нее был юкагиром. А мой муж, папа, старорусец, Черепов Михаил Иннокентьевич. Приехал и увидел мою маму в участке Галявина. У нее было 5 детей, и они родили в любви меня 6-ю. Вы знаете, мы встречались в Москве, вот когда я ездила в Москву, встретились с людьми, и они говорят, вы сможете спеть? Я спела их на 5 языках. И закончила кадушку, они говорят, так мы не поняли, ты вообще кто? Я говорю, я чукча с русскими корнями. А на 5 на каких языках? Эвенский, чукотский, юкагирский, якутский, русский. Все языки знаете? Да. А на эвенском вы какую поете? Himama kanam nalede nyutene gune mi chuleden tare tare meden nyuteni nyeden duhari 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 Это только фрагмент. В тундре, на самом деле, в Колымском живут все очень талантливые люди. Да, не отрицай. Я была там так давно, лет 30 тому назад, в селе Колымское. И тогда и только вот молодые парни пели. Ярар тогда так гремел здорово. И на улице разговаривали на чукотском языке между собой. Да, да. Сегодня как? Белая? Точно так же иду на чукотском языке. Самое главное, и дети стали разговаривать. Я вот была на съезде. Я была тоже поражена. Я очень давно уехала с Колымского, около 30 с лишним лет. И я когда увидела Ярар, я вот так была рада, что моя малая родина так блистает. Вот Ярар – это все. Это с мала до велика разговаривают, еще и поют, и рассказывают стихи, и сами пишут стихи. Hey, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah, hey.
оленеводы какие, да? Да. Выдержка такая, ой, я не знаю, такая тяжелая жизнь, но тем не менее, вот были у нас и заморозки были, и снег коркой накрылся, нас называется, да, олени были, и волк нападает, их очень много, медведи, в связи с этими пожарами, естественно, их очень много стало. Руками снег разгребали, чтобы корм да, оленей. Да, да, да. Было и такое. Да, было и такое, вот чтобы наши олени не падали. От голода, ну, еще подкормка идет, конечно, но тем не менее, яголь есть яголь, он же дает им жизнь. И поэтому у нас получается шкура-то здоровая, она не линяет просто так. Вот у меня есть, я выставку делаю, и мне подарили кукашку. Обладатели этой кукашки 45 лет, и она у меня даже не линяет. Когда будет Якутия мастеровая, я хочу ее сюда привезти, на выставку показать. В культуре сколько лет работаете? В культуре я работаю всего лишь 3 года. Пришла недавно буквально. И поступила тоже в колледж культуры в этом году. То есть в следующий год у меня дипломная работа. Ну, дипломную буду сдавать. Надеюсь, там очень сильно беспокоюсь. Дипломную собираюсь сделать по Ханидо и Халярха. Как вы помните, в прошлом году было 50 лет роману. И вот эту тему и затронула. Связано с тем, что у меня я работаю с мастерами. И сейчас у нас какая идет тема, такая тема о том, что идет смешение, да, национальной одежды. И вот у меня там в Ханидо и Халярха есть такая композиция, сценка, да, ярмарка. Вот она проходит как раз в Нижнеколымском районе, у нас в Нижнем. И вот эту буду постановку я показывать. Там, если вкратце рассказать, там женщины дерутся за иголку. А в те годы, в те века иголка была превыше всех, даже говорить о том, что сахар или еще что-то, иголка это была самая престижная. Если оно есть, значит, ты богатая женщина. И значит, у тебя будут все пастухи, все родственники одеты, сшиты. В чем различие между чукотской и югагирской культурой? Вы как обладатель... носитель, наверное, чувствуете, да? Да, я чувствую. Знаете, у юкагиров есть круговой танец. У чукчей нет кругового танца. Я немножко расскажу вам про чукотскую, да, фольклор. Такое раньше было. В тундре приходит пастух и своей девушке определенный звук издает. Это говорит о том, что мы где-то там с тобой встретимся. Она тоже своим звуком отвечает. Это есть и было. И вот этот «хочу», вот этот танец, вот этот фольклор развить и показать нашей нынешней молодежи. Вы знаете, сколько они так встречались, ну, там, за сопочкой, там, определенно у них был, и встречались там пары, они танцуют друг против друга горловым, какие-то свои особенности звуков, и потом они потихонечку, каждый парень свою с этого круга уводит в определенное место, и они там разговаривают, вот так у нас создавались, я так думаю, пары. И вот, понимаете, вот такие моменты, вот собирается у нас фольклор. То, что мы помним, то, что нам рассказали. И вот надо научить нашу молодежь, которая действительно, кроме гаджетов, ничего не знает. Вот по моим планам я хочу поигити встретить Новый год. С 22 на 23 декабря чукотский Новый год. То есть полярная звезда появляется. Угу. И... проведем, если получится, чукотскую дискотеку под бубен. 20 минут, если выдержат пары, вот они должны выдержать. Раньше такое и было, они неделями танцевали. Это не только у чукчи, но я вот разговариваю с Акуленой Накентиной, вот она им говорит, да, такое было у нас, тоже танцевали. Ага, у них кагиров тоже так. Под открытым небом. Да, под открытым небом. Они все встречаются, когда в осенний это период, после того, как олень. Как... Я так думаю, что с Акулиной Иннокентьевной вы много работаете, да? Буквально я с ней недавно стала работать, потому что было ограничение, и вот она... Мы поздравили, поехали ее поздравить. В этом году ей 85 исполнилось. Она 1936 года рождения.
Ага, и 80 лет она освоила ноутбук, чтобы передавать свои знания, свои, она песни пишет, стихи, рассказать обряды, ну, все про фольклор юкагиров. А еще в этом году у нее вышел русско-юкагирский словарь. А в Москве ощущение гордости, когда получали награду, наверное, вот прямо распирало, да? Да. Ну, я сперва волновалась. От волнения, вы знаете, музыка играла, я затанцевала. Я стала танцевать, ко мне подошли люди, мы, не только я, там еще подошли. И все давай танцевали от души. И вот так сняла стресс. Вот так я сняла стресс. А потом, когда уже говорила, я спокойно уже. Да, гордость такая, идешь такая, поднимаешься по лестнице. Ну, это надо видеть и слышать. Амуче чайлалек, адитта, бакалдырэп, иеттыктым гутури. Именно этими языками владеет наша старейшина Акулина Иннокентьевна. Вы знаете, в 1936 году она родилась у потомственных оленеводов. И в этом году ей исполнилось 85 лет. От имени Акулины Ивановны Иннокентьевны я хочу передавать огромный пламенный привет. Желает она вам здоровья и еще раз здоровья. Спасибо, спасибо. Прасковья, те люди, которые хоть один раз побывали в тундре, вот в цветущей, в зимней, любой, они так и возвращаются туда, потому что влюбляются в этот край тундренный. И очень много хороших, ласковых слов можно про тундру-кормилицу сказать, да? Что бы вы хотели вот красиво рассказать про тундру свою? Какой вы ее видите? Я свою тундру вижу цветущую в то время, когда только-только зелень расцветает. И когда олень наш, маленький оленята, важенка, санхор, они только начинают силы брать. А когда багульник расцветет, и какой запах! И когда кочуешь, ой, это надо видеть, это слышать надо, это все от природы начинаешь брать. Такое ощущение, что силы дают-то. Сама матушка наша земля, тундра наша дает. Один раз мы с мамой кочевали, мы попали вот озеро, болото. И много-много чаек. И почему-то мы остановились. А я сижу в кара. Кара – это где ребенок сидит, да? Я сижу там и понять, куда все делись. Я держу еще оленей и понять, куда все ушли. Оказывается, пошли яйца собирать. Ну, ушли, да ушли. Дальше покочевали. И тут прямо наши чайки кричат. И розовые, и большие. Ну, их много было. Когда мы прикочевали, все, ярангу поставили. Ну, когда ярангу поставишь, ай, какая красота, какой запах, ой, это надо слышать и видеть. Через какое-то время нас зовут детей, а мы же воду таскаем в это время, пока не строят. Уже закипел чайник, мы уже за дровами бежим, там, когда начинаем все делать. Мама говорит, мам, иди, Никиха, иди, покушай, говорит, яйца. Я говорю, мам, какие яйца? И она вытаскивает мне чищенные уже яйца. Вот в чем работница. Все продумано. А потом смотришь, мамушка раз и начинает муку мешать. И вот оладушки жарит. Какой вкус. Ой, какие вкусные оладушки на дыму. Вы бы знали. Я не знаю, я еще хочу туда попасть, побыть, покочевать вместе с предками своими, побыть там, где была мама. И я в тундре, где я родилась, в Галявино, участок Галявино. Туда хочется мне поехать. Ну, в планах я и поеду. Съезжу туда. А зов крови чувствуете? Чувствую. У меня есть подруга Маргарита Ильинична, она говорит, ну что, пойдем предкам-то покушаем что-то свое. Идем куда-нибудь и начинаем жарить на костру печень. А печень, когда мы жарим, вы знаете же, да, угольки, мы их не стряхиваем никогда, потому что, когда кушаешь, она же соленая, и соли не надо. Вот почему наши предки раньше не знали, что такое соль, потому что сам уголек, он солененький. Начинаем кишки жарить. Извините,
копченую, протухшую чуть рыбу и сидим трапезничаем. А когда, если мы дома, дети говорят: мама, опять что-то у вас. Я говорю: наши предки позвали, мы и кушаем его. Чукчи очень воинственный, мне кажется, народ сильный, такой смелый. Как вы сами вот охарактеризовали бы своих сородичей? Знаете, в 17-м году я сюда приехала на Эхотундре и Таги, переоделась в керкер. Керкер – это национальный женский костюм. И одно плечо я оголила. В это время заходит женщина, тоже участница, говорит: ой, какие-то воинственные женщины здесь стоят. Я говорю: здравствуйте, проходите, не бойтесь. Не-не-не, я пойду в другой кабинет. Говорит: вам не страшно с оголенным телом? Плечом? Я говорю: нет, не страшно. Я свой народ и быт покажу, как это бывает. И я поехала, когда в Москву, в прошлом году, в «Сокровище Севера», я точно так же ходила. И вы знаете, там, видимо, девушки с Камчатки или тоже с Чукотки, они приходили, вот тот рукав, который у меня сбоку висел, они подходили, его нюхали, я говорю: ой, бабушка, пахнет, ой-ой-ой, тундра-тундра. Я говорю, а я стесняюсь, я думала, вот шкурой хожу. Нет-нет-нет, ходите, пожалуйста, чтобы от вас только тундра веет прям. И потом, когда вот встретилась, в этом году встретилась я с девушкой, с женщинами, которые мы были, вот они тоже гордость нации получили. Они говорят: мы вас знаете, почему запомнили? Почему? Воинственная чукча ходит, никого не боится, не стесняется, и ей, главное, не жарко. А вы знаете, а внутри у меня все мокрое, а надо было идти гордо поднятой головой и показывать: вот так мы ходим, вот так наш наряд. Нам никакие каблуки, косметика не нужна. Мне музей имени Курилова, Семена Николаевича Курилова, доверили, чтобы я их ярангу поставила у себя там, на территории. Я поставила. Представляете, люди ко мне приходили, даже не те люди, которые даже к тундре не относятся, просто со мной посидеть, чай попить с костром, там, понюхать там. Мы собираем фольклор, работаем с молодежью. Потом уроки чукотского, юкагирского, ивенского языка. Выходной день называется. Уже есть хореограф, создала Мария Алексеевна. Вот мы, вот она, то есть танцы, сейчас идет смешение танцев, да? А у нее все по отдельности. Ивенский отдельный, юкагирский, чукотский, старорусский, русский. Все-все у нее так расписано. Это надо видеть, как она работает. И с каждым коллективом по-разному. У нее от мала до велика. Вот я «Чайчонок» пела, мы еще, правда, его не показывали. Она уже его сделала, поставила этот танец. У него танцы еще мастерицы есть, которые мы сделали. Эдуард Клепичин, песня у него есть эвенская. Показали на Чукотке этот танец. Там очень сильно понравилось. Говорят: еще покажите нам. А Мария Алексеевна говорит: нет, это наша Анжина Колымская, мы свои танцы не отдаем никому. Поэтому, да, пропагандирование идет не только по национальным одеждам, по танцам идет, даже движение должно быть все по-другому. С Чукоткой связи у вас есть? Там родственники, да? Наверное? Да, у меня, например, там сестра живет, она медик, туда поехала работать. Мы ездили к Капервеям в прошлом году, реки Дружбы. Очень хорошо съездили, очень много народу, познакомились с этими. Как раз вот я была на съезде, и вот я встретила там тех же людей, которые были на съезде. Очень, очень теплые у нас, близкие отношения. Получается, полтора часа на лодке летом. А поверху зимой там около 5 часов, 6 часов, да, до границы, нет, на машине. Сейчас же дорогу открывают по дороге сейчас. А различия в языке есть? Да, есть различия. И вот там мужчина Анатолий, он бубны, он всегда к вам приезжал, помните, да? Бубны делает. Он, когда я, например... Я это начинаю петь, а он «нанынкас тыреетты». Вот по-другому, да, «кас». «Нанынкач я», да, «анкас». Вот отличие есть, да? В звуке и даже в произношении. Yeah.
Знаете, у меня такая мечта. Я хочу вывести свой район на сокровища севера, чтобы нас увидели юкагиров, ивенов, тюкчей именно Нижнеколымского района. Почему? Потому что у нас свои национальные одежды, свой быт, своя иранга. Почему она иранга вот такая? О, она же такая, а у нас она вот такая. Вот эти должны быть у нас, вот этим отличается у нас чукча. У чукчана вот такая была, когда видела, я посмотрела, ну вот они в этом-то отличаются. Роги, у нас рожки побольше. Вот когда я делала, вот макет привезла, это мой макет, мы делали с этносом вместе, и вот я ее этот макет подарила тогда, когда только начала в культуре работать. А так мне эта работа очень сильно нравится. Вот сейчас буквально мы там уже ждут меня работу, чтобы делать, шить национальные обувь для танцевального будущего и настоящего ансамбля. Чукотский, ивенский, юкагирский. Я хочу всех-всех объединить в одну кучу. Ну, мечта сбудется, наверное, надеюсь. Oh.